30 декабря 2024 года мы выехали по маршруту Новосибирск, Ергаки, Тыва, Хакасия. Ну вот, у нас все в машине проснулись, пересели уже по разу. Женька у нас впереди. Рулит? Рулит. Заехали к подруге. Нет, это подруга. Вот наша подруга. Мы рады видеть вас на нашей автозаправочной станции. Все, до самого не забалуй. Ну и что? Заправка завершена. Будем рады видеть вас снова. Счастливого пути! Проезжаем Черногорск. Если приглядеться, то здесь тополя как бамбук растут. Такими сегментами. Через Енисей мостик. Наградненький. Драматический театр местный, похож на больницу. Здесь местное пиво, разгуляй, продается. Очень красивый лес, елочки, одинаковые. Выглядит примерно так. Ну, почти куршавель. Это столовая. Проезда, конечно, нет. С Новым годом! Да.
Ойский перевал. Противоловинная галерея. Ну а тут местные шаманьё понавязали всяких вот манускриптов. Он поползен сидит. Сейчас покажу. Вот он. Три тысячи метров. Ограничение скорости 30 километров в час по противоловинному тоннелю. Перевале. Но у меня высотомер замерил высоту 1420. Мы маленько и вернулись в свой Куршавель. Буквально за домиками находится мангальная зона. Сейчас мы с Женькой пошли ее проверить. Наши соседи решили замутить шашлычок. Вот такая мангальная зона под крышей. Снег полностью закрывает те окна. Смотри туда. Короче, вот такие вот туннели. Человека. Домики. Еще. Первый день. Женька, ты не отворачиваешься. Соседи посмотрели. Нормально, постоянно. Это Куршавель, утречки. Конечно, здесь красиво. Горы такие. Как маленько это, как в снегу копалось. Перевал. Здесь у нас, соответственно, Красноярский край. Все подвешено. Ну, а с этой стороны Республика. Как говорится, тот же змей, тот же. Горы как будто из тумана выходят. Внизу поселок, а от него абсолютно ровная дорога, стрела вдаль, вверх, в горы.
поселок Туран. Над ним висит облако ночного отопления. Центр русской культуры. А вот дальше театр драматический. Это кинотеатр. А вот. Собаки, ступы. Давай вам фотография есть. Храм. У них разные боги. Хорошие, плохие. Вот эти книги у них, чего они читают. Сейчас покажу. Замерз весь. Вон гора. А слева вы можете видеть реку Пихем, а справа Катя, которая сливаясь, образует большую реку Енисей. По-нашему Енисей. По-ростовски Енисей. Вот и Будда сидит, которого сделал Шойгу. Вот, и он похож на его сестру, которая умерла от коронавируса. И орел. Какие-то такие странные люди, кони. Подойдем поближе к скульптурам. Кошачишка тут вот ручонки тянет на щенки. Вот девушка недовольная маленькая. Вторая получше будет. Крутая скульптура, конечно, что говорить.
всей. Там по мраморной мостовой. Фонтан. Здесь символы годов, обезьяна, тут змеюга. Я не понял, а почему это крысоволк? Ну что значит моя? У меня не было рогатой крысы в роду. Нормальная была. О, уши-то у нее какие. Ладно, тебе повезло. Центр Азии это. А вот что ж там у него на этом шпиле? На этом шпиле фигура каких-то зверев. А, олень он на самом верху. Вот он что. Что-то они все какие-то вот унылые. Обезьяна есть, и баран такой, и лошаденок. Лошаденок вообще единственный, кто улыбается среди всех. Ну и мы находимся на центральной улице, дом туризма, я бы сказал, культ туризма. А, цитадель трав. Всякие идеи есть интересные, как сделать. А есть для заливки, вот. Можно водочку туда травкам подливать, оно настоится там. Ну, кстати, Тыва тоже отличается юмором. Вот бургерная. И тут вот как-то вот так вот. Водосток. Голодный крокодил. Тоже вот кафе-бар «Монгулёк». Апартаменты. Выделили нам местечко. Исключительно на втором этаже, потому что там собирается тепло. Ну и компания иногда. Вадим. Так. Вот, собственно, кухня. Вот. Кроватки. Тут какой-то красотуля местная. На въезде в город Кызыл образовался небольшой каменный городок.
из валунов, напоминающих оваа и буддистские ступы, и оленных камней с древними рисунками. Каменный город знакомит гостей столицы с древними традициями, с культурой, на основе которой лежат шаманские и анималистические воззрения, которые так интегрировались в наши дни с новыми реалиями. Китайских почему-то, как обычно, собаки охраняют мир и покой. Написано «Цветок лотоса», все верно. Символ чистоты, просветления, духовного развития и самосовершенствования. Символика лотоса часто встречается в буддизме, ну и так далее. У нас впереди 700 километров пути без заправок. Гора Хайры-Ракан. Шаганари тоже самое. То есть там, видимо, ветерок все-таки. Ну вот интересное название реки у них. Такое прям почти как Монголия. Шойгу. Сергей Каджугетович Шойгу и Юленция пишет. Увековечивает толковок мастер. Пишет отзыв. Турецкому хану, я бы сказал. Самый бандитский край России. Акдавурак, добро пожаловать. Сейчас мы вас зарежем. Попробуем заехать, посмотреть, что там есть. Название города переводится с тувинского как «белая земля». Оно связано с месторождением асбеста, которое было случайно обнаружено в конце 19 века.
русскими крестьянинами, переселенцами. Сейчас добыча асбеста производится на градообразующем предприятии «Тува-Асбест». На комбинате производится длинноволокнистый асбест, шифер и некоторые другие товары. После распада СССР в 90-е годы комбинат фактически остановился и, сменив несколько частных собственников, в последнее время медленно наращивает свое производство благодаря постоянным вливаниям из бюджета республики. Население республики живет небогато. Как видим, подъезды без окон. Я представляю, что происходит там в трескучие морозы внутри подъездов. Там, наверное, все зарастает льдом. Но, тем не менее, республика продолжает жить, продолжает восстанавливаться. И сюда увеличивается туристический поток. Сейчас наш путь лежит на Саянский перевал. Его еще по-другому называют Сотый. Высота 2214 метров. Самая высокогорная дорога общего пользования не только в Сибири, но и в целом во всей стране, за исключением Кавказа. Но высота не самый любопытный факт из биографии этой трассы. На мой взгляд, это еще и одна из самых парадоксальных дорог России, аналогов которой я не встречал ни в одной горной системе страны. Здесь нет населенных пунктов и АЗС, лишь девственная тайга и горы. Саянский перевал на хребте Сайлык-Хем-Тайга, граница республик Тывы и Хакасии. Дорога, соединяющая два симметричных моногорода – Абаза и Ак-Довурак. Города схожи не только по местоположению у подножья Саянских гор, но и по численности населения, в обоих по 12 тысяч жителей. Уникальность перевала, помимо высоты, заключается в разнообразии природных зон. Со стороны Хакасии в самом начале дорога петляет между лесистыми холмами вдоль реки Ана. Дальше горы плавно переходят в гольцы и сопки, где постепенно заканчивается граница леса и начинают формироваться альпийские луга. Трасса между двумя городами была проложена в 60-х годах прошлого века за рекордно короткие сроки – 2 года. Это была уникальнейшая стройка. Другие подобные дороги, схожие по сложности рельефа и местности, во-первых, строили заключенные – Колыма, Усинский тракт, Чуйский тракт. Во-вторых, прокладывали по уже разведанным участкам, почтовым тропам, через существующие населенные пункты или поселения. Саянский перевал выделяется по обоим из этих пунктов, так как прокладка трассы шла параллельно с разведкой местности, где никогда не жили люди, и стройка была комсомольской. Вот такая вот классная погодка. Ну и ладно. Ну вот прекрасно, здесь светит солнце. Вот, а впереди у нас река Ана и Большой Он. Ты сразу подошел. Папа.
на рядышком? С своей стороны? Да, ну ничего. Трасса была для того, чтобы вывозить добытый асбест в Абакан, а дальше переправлять его по железной дороге до потребителя. Таскать асбест через Кызыл под Енисей нецелесообразно. Это крюк 670 километров до ближайшего ЖД-узла. Абаза – это акроним словосочетания «Абаканский завод». Здесь находится месторождение железной руды, а сам город расположен среди небольших, напрочь заросших лесами холмов. Горбачев, Громыко, Андропов, начальник ФСБ, КГБ. Регистратура. Больных на голову регистрировали. Никита Сергеевич. Тут все. Тренируйся, хочешь быть таким. Красный уголок. Ленин. Такая вот штука. Красный уголок. После трудного трудового дня советский товарищ отдыхает в красном уголке. Вообще гостиница очень прикольная. А называется она как? Советский. Ленин есть, коммунисты, не коммунисты, товарищ Феликс Эдмундович, ну, естественно, и остальные члены политбюро и так далее. Ну и наша келья, сейчас покажу. В стиле советский рабочий 1912 года. Советский человек проводит свободное время и работает даже на отдыхе. За окном слава советскому Ильич собственной персоной. Хотел в любом случае советский. Сейчас добегу, может быть, и увидим надпись. Вот советский. Ну вот, Майнская ГЭС, а тут рыбзавод. Продается биба. Как раз купить энтой разволшебной рыбыки. Рыбыки красной. По трапикам, мостикам. И рыба, она водится вот в этих вот чашах. Тут местный кошак, обожратый рыбы. Ходит, рыбу требует, да? А, ну вот. Вот они. Дибоцериусы. Их здесь можно выбирать, какую, что. Вот при тебе тут же ловят ее. Вот живые прыгают. Хорошо. Я почему большой? Это вся рыбалка. Запихал сачок и порыбачил. Вот. Вот сейчас будем забирать ее. Нормально. Вот успокоение происходит.
процесс. Работал? На 12 часов, когда стекло работает. Убегает, снилось. Большие. Кошаку показывают пропуск. Вот он пытается напасть на рыбу. Отойди, отойди. Саяно-Шушенская ГЭС. Самая высокая в России, ее высота составляет 242 метра, а длина 1074 метра. Одновременно она и самая мощная в России. Ее установленная мощность 6,4 миллиона киловатт, что составит ее на 9-е место в мире по мощности. На строительство плотины ушло больше 9 миллионов кубометров бетона. Это хватило бы на постройку шоссе от Москвы до Владивостока. А концы плотины врезаны в скалистые берега Енисея на 10-15 метров. Стройка длилась 37 лет. Строительство было начато еще в 1963 году и официально закончено 2000. 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла страшнейшая технологическая катастрофа, унесшая жизни 75 человек. В результате аварии были полностью повреждены гидроагрегаты номер 2, 7 и 9. Гидроагрегат номер 2 разрушился и был выброшен напором воды, что привело к затоплению машинного зала и технических помещений. Также эта авария нанесла большой вред и экологии Енисея. В реку было выброшены тонны машинного масла, что привело к гибели 400 тонн рыбы. На видео мы видим как раз заплатки, сделанные во время катастрофы. Я тут иду, иду. Вот, короче, келья номер 2 на троих. Очень уютненько, кстати. И, между прочим, здесь вполне себе прям так по-хозяйски все сделано, ровненько, никаких плесеней, ничего нету. У нас еще и холодильник есть. Ну, давай посмотрим, что там еще есть. Давай, открывай. О, презент от гостиницы. Ну вот у нас на сушке красивые крыши. Да, небольшенькие. Мы так примерно прибросили там метр на метр, да? Нормально. Нам ссылка Владимира Ильича Ленина. Это деревня. Сейчас пойдем смотреть.
Ну, земская, это же государственная, да? Да, это вообще комната. Мы с вами оказались в самой главной комнате. Ну, как бы, судя по печи, это кухня, да, наверное? Да, кухня. Они используют. Да. Это горница. Вот это голубик. Вот такой небольшой закупочек. Постоянно вместо печки. А, там свободный вес, свободный вообще ни копейки. Как понять, много это, немного, да, вот смотрите, какие? Угу. Обычно зажимаем клепку с трубой, с одной стороны обрабатываем по форме уличек. Меняем вот этот вот угол. Боковые стороны клетки обрабатываем по кругам, по кручению вот я обрабатываю скобелем, по кругам и ровно по кругам. Спасибо вам! Красивая, да. Гуляние. Солнцем идет. Она туда. Ой, стойте! А вы куда? О, народ, уже солнцем идет. А нам туда. Стандартная узенькая улица местная. Ширина 30 метров. Туда. А вот есть ложка. На нее нажимаешь. Двери открывают. Но не сегодня. Это музей. Все для того, чтобы люди долго здесь не задерживались. Сюда привозили вино с местного завода. Недалеко от Шушинского был завод братьев Даниловых. И привозили его вот в таких бочках. Несмотря на то, что вино было местным, оно было очень хорошего качества. За качеством продукции в то время серьезно следили, и в каждой бочке прилагалась бутылка на случай какой-то акцизной проверки. То есть они Лама. Не забивались? Нет, конечно, забивали, запечатали и все. Смысл в том, что это не просто именно, а именно защитные конечно, всякие. Защитные. Чарка, калик и полушкалик. Слышали, да, наверное? Чарка водки 123 мл стоила 8 копеек. В подобных сейфах хранили деньги, можете посмотреть, около 20 рабочих. Все парата. Да. Молока было много, его можно было перерабатывать. Конечно же, делали масло сливочное. Наше сибирское масло в то время ценилось, и его вывозили не только в центральную часть на продажу в Енисейскую губернию, но и в Данию, в Турцию. Но при этом, как девушка, так и парень хотели обязательно выйти замуж, жениться. А на смотринах же девушка представляла свое приданое, показывала приданое. Да? Но на самом деле очень кропотливо. Горенко, сюда вот 14 лет. Могут рассказать, да? О, слушаем. Да, здесь мы показываем, как раньше пытались филейную скатерть. Во-первых, нужно было сплести сеточку. Сети девушки плели своими руками. Брали палочку, палочка задает размер ячейки. И вывязывали также ячейки. Пошло это все от рыбовки. Когда сеточка готова, тогда уже не закрепляли. Потом она переходила в горницу и сидела здесь. Красота какая. Горенками. Да, и вот такие филейные скатерти были распространены. Наша мастерица видите, вышивает. Кажется, довольно просто. Но на самом деле основной доход ему приносила перепродажа хлеба в центральную часть. На втором месте был винный погреб, а сама лавка на третьем месте. Чистой прибыли в год у Урбана было около 1000 рублей. Довольно хорошо. Товары сюда привозили из самых разных уголочков нашей большой российской империи. Давайте пойдем в кухню. Например, инструменты, да, привозили. Это нужно всем. Чугуны, чайники, рукомойники продавались. Металл в то время был дорогой товар, дефицитный. Продавался по весу, поэтому, чтобы купить утюг, нужно было его бросить. 3 рубля 40 копеек за фут. Вот этот утюг вместо бирки можно сейчас купить. А рядом стоят бутыли стеклянные. Вот в таких бутылях
как вы думаете, что хранили? Ну, вино. Да, это для керосина? А рядом стоит посуда элитная, фарфоровая, фаянсовая, это предмет роскоши. Рядом стоит две чайные пары с кулечным орнаментом. Это корниновский фарфор, очень знаменитый по тем временам. Середина 19 века дом принадлежал зажиточному крестьянину, это сразу видно, который занимался хлеботорговлей. Он также здесь снимали комнаты. А, снимали, съемные, да, тоже. Это дом, один из самых старых домов на территории музея. Вообще, возможно, на территории всего Шушинского района. Дому более 200 лет. Он построен в самом начале 19 века. А это парадный дом. Сразу видно, вот за эти колонны. Крупская. Дом называла в шутку, конечно, помещичьим. После переезда сюда, это была Шушинская наследная девушка из бедной многодетной крестьянской семьи. Ее звали Паша Мезина. Пашу поселили в Дубровке. Они же все-таки были городские, интеллигентные дворяне, выделили чем-то. Вот Паша выполняла основную крестьянскую работу. Они ей платили 2,5 рубля в месяц. Это довольно хорошо. В честь той елки, которую устраивал Владимир Ильич для местных крестьянских ребятишек в канун своего отъезда. 1900 год, 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 1900 год,
Двигался, очень много работал. На конторке книга. Книг в доме было очень много. Когда Ульянова уезжали, книг... В дополнение переводили литературу. Вот на столе книга открытая. Называется «На теории и практике английского». Переводили разную литературу. В этой же комнате был обыск. Жандармы искали наличие нелегальной переписки в литературе. Санки! Ледянки! Лузянки! Это кошева, вот это, а вот это ходок. Это мои личные санки. И по местной деревне особо там, наверное, не поедешь. Брич-фаэтон. От дома, до соседнего доехать. Ну и, возможно, только по каким-то таким событиям. Да. Пойдешь в просак, не выдерешься, говорили крестьяне. Ну, да, имеется в виду застрять вот где крестики, да? Там веревка на санке, крестик столовочка. То есть, если веревка, она очень-очень быстро завивается. И если туда попадет подол, например, кудри русые, борода седая, то останется только отрезать. Здравствуй, волосной старшина. Волосной старшина – это глава правления. Должность можно сравнить с главой районной администрации. Не должность, а тут можете посчитать, там и сельский староста должен быть, и судья. Это старшина. Старшина. Волосной. Первый. Это зам, да, получается? Получается. Следующий тоже написано. Вот. О состоянии волости за 1897 год. Здесь уже видно и население, да, статистика мужчин и женщин, соотношение, сколько скота, какие посевы были, какие налоги платили людям. То есть вся официальная часть. Она – это простой местный крестьянин, который, как и все остальные жители, вел собственное сельское хозяйство. Он сеял хлеб, он мог его перепродавать, он держал скотину, то есть жил, как и все. А писаря назначали. И писарь уже был занят целый день. Сборная комната. Писарь, который вел все дело производство, то есть сами судьи тоже могли. Чижовка. Тюрьма.
для русского мужика такая. 5,5 метра, чтобы не перепрыгнуть. 3 камеры в тюрьме. Вот эта крайняя комната, обратите внимание, с самоваром и диваном. Это не видеокамера. Это комната, где надзиратель сидел. Решеток в то время не было. Их сделали сейчас для сохранности экспозиции, потому что у нас свободные посетители гуляют часто. 10 человек в одной камере могло находиться. Никаких комфортных условий, конечно же. Указ лежит. Еду готовила женщина по найму, вот на территории, там есть банька и кухня маленькая. Но готовила она только для заключенных из других территорий. Действительно вымачивали в соляном растворе, чтобы она становилась такая упругая, легкая. И от одного только удара полностью лопалась кожа на спине, рассекалась, да. Уже в обраточку едем. Значит, в Шарыпово доехали без проблем, без всего, сняли квартиру. Квартира ни много ни мало с диваном, сбодяжили еду, ну и свет, все культурно, чисто, красиво.